Скорпион, всем с вами Тимон. И это мужицкий дождь в Outlast 2. Не получилось подрифнуть, ладно. Просто поздно. Так. Ты здесь как-то недружелюбно, на самом деле. Насаживает на кол. Ты даже испугаться не успел. Так, это пустая, это хорошо. Цепочка. Там был кто-то. Ага. Что-то слишком много бочек. Нихуя ты, блядь, ловкий-то! Нахуй надо! Нахуй мне дебение! Беги, блядь! Беги! Твою мать, да... ЧЕГО?! Говорю, оно что-то ходит там где-то. Это всегда так было. А, оно ходит, а я его слышу. Слева. Ребят, он дверь покатит. Он сломал дверь. Он еще придет. Я понять не могу, а где? Вот кто-то в охоте надо, да. Две. Вон она была, я ее видел. А, и что пальцем-то в экран тыкать? Вы же все равно не видите. Зачем тыкать пальцем в экран? Вы и так все видите. Чего и где она? Не, ну где-то ее слышу, но я понять не могу. Шумок. Блять, кто вообще такой? Ай, надо было в дверь, там дверь была взломана. И она сейчас здесь сломанется. Давай, давай, мужик, беги! Чё? Там было что-то, кто-то. Я главный спин. Я думал, вернуть можно. Я ее не слышу, самое интересное. Да просто нет. Ух, ну ты было слышал. Есть, где кто? Она здесь. Она, блядь, здесь. За спиной, ломает дверь. Нет, блядь. Нихуя она. Ломатель-то.
Ай, мужик, блин. На пятки же наступают уже вот за спиной. Нифига, дышим в затылок. Беги, блядь. Что ты такой медленный-то? Давай. Я уже не слышу ее, слышу просто тревожную музыку. Слышу, слышу, слышу. О, блин, нифига. Так, все, валим. Ага. Нихера вас там. Давай, давай, мужик, давай. Ну, конечно же, школа. Галюны пошли, давай. Сейчас Джесс выйдет, короче, с веревкой на петле. Серьезно, наркомаш. Вся рука перемотана. Посмотри, обе. Сейчас разберемся. Сейчас все будет. Главное, из этой деревни выбрались. Так, оно светится. Подожди. Оно светится? Почему оно светится? А, это отблески, это блики, да? А вот это я, если накосячил власть. Так. Какие-то пестики, тычинки там что-то изучают, короче, ладно. Детская школьная порнография. Звук. Не больно-то и хотелось, он здесь что-то говорит. Дисциплина, школьная дисциплина. Все, я прочитал. Веселись все. Блин, а вас там это... Это сто пудов физкультурный зал, я отвечаю, там столько канатов. У нас, правда, в школе всегда один был. Но нет. Это... Ну-ка. Да какой эхо у него в голосах, а ты посмотри. У него в мозгах ничего нет, я тебе отвечаю. Это просто череп. У меня много друзей. Да ну нахер таких друзей. У тебя было много друзей. В прошедшем времени. Я столько пропустил на самом деле записи уже. Смысла нет даже не говорить, потому что... Откуда они? С неба висят. Ты знаете что? А, это платье. Все. Это что, все Джессика ему или что? Все Джессики? Хера у тебя Джессик, да ты, блин, прости. Не закроется, да, не откроется. Оно там было. Джессика Блэк. Джессика Блэк. Неожиданно, конечно, неожиданно. Ты что, там их с лицом вообще все плохо, короче. Крест. Ну, слушайте, ну, я... Мужик я или нет? Мужской, конечно, пойду. Так, открыть.
перезагрузить, блин. Сейчас как вылезет на меня это кавказское нечто, я так и обосрусь. Не спрашивайте, как я определил, что оно кавказское. Я почему-то просто в это очень верю. Ебать, как тут стрёмно. Вроде женский сортир чисто должно быть. Кровяка. Ух ты ж, нихрена шишки себе. Вот это я понял, что написано. Я просто не хочу центральную открывать. Джессика, 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 Бин, Джессика, 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 Джессика. Везде Джессика. Походу я ходил сюда за надписью и бинтами. Окей. Ладно. Дверь открылась. Ой, бляха. Вот вы еще... А! Окей. А вот это не открывается. Так. Соседи что долбят, нагоняют. Атмосферу портят. О, библиотека! Открылась. За маленькими девочками в школе бегаешь. Чтобы такого больше не повторялось. Вот и думаете про кого это? Про школу, маленьких девочек или соседей? Так. О, смотри, советский телевизор! Ты посмотри, помнишь, да, ты помнишь это. Я тебя помню. Спатлин называется телевизор. Сейчас все, короче, полезли в Google для того, чтобы найти этот телевизор, каких он годов, из чего он состоит. Тум. Кроет-то, ой, как кроет-то, ты посмотри на него. Не открывай. Не открывай. Так. Сюда нельзя, окей, ладно. Здесь он не открывается, туда нельзя. А, нет, здесь я помню. Чувак, ты был в этой школе, я не помню. Неужели ты не помнишь, куда тебе идти? Ты учился в ней? Ну, как я могу. Так, с этой Джессикой вместе. Зажимал тут ее в школьной библиотеке. В углах. Это вот призрак прошлого за тобой гоняется. В наказание тебе, в назидание. А? Чтобы... В католической-то церкви, библиотеке, да мадаму-то зажать. Это шуметь надо. Что тебе надо от меня? Я и так ничего не вижу. Оп! Чё, дурак, что ли? Я ж, блядь, обосраться же могу. Ебать! Пустил-то корни, ты посмотри. Лабиринты, конечно. Я без лабиринтов. Да куда же, блядь? Той тупик. Так. Так. Я не помню, откуда я пришел. Здесь тоже тупик, блин. Нифига тут бардак, вроде библиотека. А куда я ходил-то? Так, подожди, как попасть-то? Вот это переход. Так, подожди, мне надо, значит, направо. Еще раз направо, налево, нет, подожди. А еще раз налево, потом прямо, да? Да. Правило правой руки, ребята. Нет, не работает правило правой руки. Так, давай. Ориентироваться на книги, наверное, вот на те надо, по сути. Так. Направо, налево, налево.
Справа. Блять! Чёртовы соседи. О, я вышел! Я смог! Ребята, у меня получилось. Нифига! Нифига! Охренеть. Это ж сколько здесь книг-то? Это же вандализм. Так. Могу я туда? Так, ну тут у нас есть выход так-то. По-моему, не самая умная мысля мне сюда идти, да? Ебать тут всех святых. Инри. Джессика, 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 Джессика. Инри. А Инри это имя или это что-то с латыни на... Блядь! Нахуй! Да иди нахер. Чё ты доебал? А такой стелс был, такой стелс. Только не говорите мне, что мне опять проходить эти книги. Так запороться, а, обойти так чисто. Так запороться. Шесть. Беги. Так, женщина. А, обратно что ли? Давай. Почувствую, что она пожрала. Ты-то чё как вообще тут? Иди. А, ну да, колхоз ведь. Какая школа, колхоз? Так, подожди, вот наверх надо. Куда-то ее надо укатить. А, сюда, точно сюда. Нет, не сюда. Подожди, а куда? Я веселый Чиполлино. Все понятно, я все понял. Так, делается вот так. Я все понял. Смотри, сейчас все будет, смотри. Я был прав. Элементарно, Ватсон. Как посмотреть, сколько у меня... The mine entrance is usually on the top floor. Ой, как плохо-то все. Ребят, у меня 1,5 батарейки. Зато бинтов до хера. Даже не помещается уже, понимаете? Да блин, отлинь обратно. Он где? Он где-то рядом. Ищешь? Чё ты истеричишь? Чё ты, блядь, орёшь? Иди нахуй. Да я не понимаю, где я слышу, он отовсюду. Промахнись. А! Вы чё? Куда? Куда толкать-то?
Я не понимаю. Блин, напал. Мне надо наверх, да? Так. Погоди, а как тут запрыгнуть? Да, да, лезь. Он не прыгает туда. Да не ори ты! Мешаешь. Если он не пройдет, все. Как он не прыгнет? Подожди, а ее надо выкатить, что ли? Че? Я не отвлекаю. Так. Опа! Она сверху бегает, слышишь? То есть все, что сдерживает меня от них, это вот эта чертова дверь. Так, подожди, надо выработать стратегию. Если нужно, толкаем сейчас и в задницу клетку. Смотри, давай поехали. Я не знаю, что я хочу сделать. Да ты что делаешь? Вы это видели? Короче, возвращаться мне нельзя. То есть надо что-то как-то куда-то залазить, но я не понимаю как. Потому что она наверху ходит и везде ходит. По сути, я, конечно, попытался ее вывести туда, но я ее там просто встретил и все. Хрен пойми вообще. Там что-то было? Какие там батарейки было? Ага, ну то бишь нам туда. Окей. Это понятно. Она там за дверью, блин, стоит. Не, туда не выйти, ребят, не знаю. Потому что... Я попытался выкатить, а оно сразу же... Взяло просто. Сожрало. Это, конечно, смотрелось упорото. Да вы чё, издеваетесь? Так, закрыть дверь. Надо закрыть дверь. Иначе она просто зайдёт. Идёт уже, блядь! Идёт! Запирай! Сверху надо мной ходит. Спрыгнет, короче, на меня и все. Что ты мне в ухе рычишь? Нихуя себе! Окей, ладно. Сейчас все будет, сейчас все будет красиво и квалифицировано. Ай. Прыгать что ли?
Надо было перья? А меня столкнули просто. Я вам честно говорю, я не прыгал, меня столкнули. Это что-то с чем-то непонятным. А, вот оно все как действует. Как я должен был собрать? Просто нереально. Идиот, все они за мной идут. Разом. Давай, давай, акробат, акробат, давай. Прям как Робин. Она идет без сожалений, без всего такого. Просто идет и все, ей похрен вообще, короче. Давай, 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 где? Разом. Джессика. Просто куда-нибудь. Нахуй. Просто бежим нахуй. Срать! Есть свободная кабинка! Есть свободная кабинка! Выбрал, блин! Ваншот? Так, неудачный забег, куда я бежал. Да как? Я не понимаю. Подожди. Не, ну если это рандом кабинки, как бы, да, так это вообще трэш тогда получается, потому что... Блин, может быть, да. Да только сортир, короче. Нахуй-то, туалет. А, подожди! Это выход. Пёрло с третьего раза.
называется, поеби мозговую пластик несколько месяцев, и все, до тебя дойдет. Трупы висят, я понял. You're not evil, Blake. Just confused. You don't have to hide. Он меня ведет куда? А он кончился. Так, и куда мне? О! Подождите, ребят. Сейчас. А, он не залазит, да? Подожди. А если. Да прыгать-то научись, дебил. Нихера ты какой принципиальный, а, посмотри. Опа! Опа! А ведь и правда. Ну, обосраться не встать. Блин. И чё? Ага! Я знал, что здесь что-то нечисто. Ну, мужик он или не мужик? Конечно, мужик. Значит, налево. А как спрыгнуть-то? А спрыгнуть-то можно, нет? Вагонетка! А как? Прыгай! Подожди. Стоп. Я и вниз посмотреть не могу. Подожди. Это же балкон, правильно? Я же ничего не путаю. Подожди. Это же балкон, да? Так, а или я отсюда... Где спрыгнуть-то как? Он не хочет. Я, короче, все кнопки на клавиатуре нажал, оно спрыгнуло. Не знаю, что как. Я, короче, все кнопки. Так. Неудачный дубль. Сейчас это соси будет опять, нет? А, нет. Давай. Тыкай все. Тыкнулось, хорошо. Не, ну там же спиной к бордюру, нет? Я не понимаю. Ладно, сейчас подождите. Сейчас все будет. Как-то он разбивается быстро вообще. Как его вообще в репортеры взяли на экстремальную ситуацию в море? Во, там кто-то включался в дверь. Давай, там кто-то... Ой. Так, и мне нужен, наверное, на каталку. В дверь? Да в нее долбились только. Это все как-то заморочено, раскурочено. Так, мне нужно минуту передохнуть, поэтому я выключаю фонарик. Нажимаю escape. Заканчиваю серию. Слишком как-то она подзатянулась, наверное, да и что-то как-то трэшево было. В общем, увидимся вскоре в следующей серии. С вами был Тимон. Наверное, мы идем, ну, слишком много трэша, по-моему, идем к концу. Так что, давайте. Давай, до свидания. Пока.